Ребята, а вы знали, что я добавляю самых активных подписчиков в друзья? Если ты хочешь оказаться в списке моих друзей, то все, что тебе надо сделать, это проявлять активность у меня на странице ВКонтакте, лайкать посты, оставлять комментарии и репостить эти же посты. Ну и в конце дождаться, пока я тебя добавлю. Так что, друг, я жду именно тебя и надеюсь, что ты зайдешь и подпишешься на мою страницу ВКонтакте. Всем здорова, дорогие друзья, с вами Кэсов, Лэйзи Джелс, и Настрым, когда опять онлайн, это новая битва воров. Всем здорова, чуваки. Ребята, сегодня мы приехали на новогодний и заснеженный колледж Лос-Анджелеса, чтобы найти сегодня три крутые тачки. Соответственно, ребят, так как это новая битва воров, сегодня мы воруем три тачки на три испытания. Соответственно, одна тачка идет на одно испытание, а на воровство этих тачек нам дается 7 минут. Соответственно, ребята, после чего, как уже 7 минут прошло, и мы нашли наши тачки, мы быстро уже тюнингуем и проводим уже испытания, ходе которого можно получить баллы. Но вы, ребята, пожалуйста, поставьте лайк, не ленитесь, сейчас же поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и, естественно, ребята, не забудьте сейчас же написать абсолютно любой комментарий. Вот абсолютно любой, это может быть цифра, буква, просто абсолютно любой комментарий, и я его обязательно пролайкаю. Ну, ребята, давайте так, сможете ли вы за 5 секунд все это сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и написать комментарий. Все, 1, 2, 3, 4, 5. Я надеюсь, вы поставили лайк и подписались на канал и написали абсолютно любой комментарий. Я вам желаю приятного просмотра, а мы начинаем! Друг, я знаю, что ты не подписан на мой канал, а ты знал, что такие как ты 66%, и это безумно много. С каждым днем это число увеличивается, и это надо как можно быстрее остановить. Так что давай, поиграем с тобой маленькую игру, условия очень просты, и я надеюсь, что ты их сможешь выполнить. Смотри, если у тебя кнопка подписаться горит красным цветом, то это неправильно. Быстрее тыкай на нее, чтобы она стала серой. Также, пожалуйста, поставь лайк и напиши абсолютно любой комментарий, так ты станешь самым крутым на планете. Так что, друг, я верю именно в тебя и надеюсь, что ты подпишешься на мой канал, поставишь сейчас же лайк и напишешь абсолютно любой комментарий. Давай, друг, я верю именно в тебя. Ну что, ребята, мы уже, в принципе, готовы отправляться на поиски тачек. И, Лёха, ты готов? Я готов. Ну смотри, у нас есть 7 минут, и за 7 минут мы должны найти 3 крутые тачки. Так что, братан, 1, 2, 3, все время поехало. Погнали. И, братан, я уже просто побежал. Я надеюсь, что сегодня найду суперкар, наверное, какой-нибудь, и внедорожник. Вот это, наверное, самые лучшие нормально тачки. А да, мне такой набор тоже нравится, я хочу. Что, тоже суперкар, такой внедорожник и еще один суперкар. Не, я бы, наверное, вместо другого суперкара, я бы, наверное, нашел тачку из, не знаю, нового обновления. Да, допустим, какую-нибудь шерп да, бы хотел. Шерп, такую большую прям болтоход. Это тебе надо на болото отправляться, чтобы это да, пойти, это да, да. Ну, ребята, в принципе, вообще, напишите в комментариях, как вы думаете, что мы сегодня найдем с Лехой. Вот я уверен, то, что мы сегодня найдем по суперкару. Наверное, ну, может быть, по тачке из Ренвар. И, скорее всего, ну, Лех, как ты думаешь, что мы еще найдем? Внедорожник. Внедорожник. Ну вот, ребята, вот такой, я думаю, сегодня мы набор найдем, но все же мы сегодня это и проверим. Так, ну-ка, в пещере ничего нету тут. Какой пещере? Ты куда там забежал? Да я тут в дом забежал. Так, ну-ка, может на гольф-поле? Не, хотя не-не, блин, куда пойти? Ладно, пойдем на гольф-поле, посмотрим, что там. Так, у нас, тем не менее, уже 5 минут 55 секунд остается. И, блин, честно, я даже не знаю, там... Я не пойму, тут чувак, он либо припаркованный, либо нет. Он стоит просто-напросто на въезде. Ну, блин, если там чел есть, то там нельзя тачки воровать. Так, тихо, меня чуть не сбил тачка. Не, ну он стоял на месте почему-то. Стоял на месте, но бывает. Так, ну да. Уезжает. Уезжает, ладно, ну, братан, ладно, вот и все. Уехал в дальние место края. Так, ладно, ну, братан, я тут, в принципе, бегаю, особо-то ничего не вижу. Так, тут какие-то люди. Может, тут тачка есть, у людей нету тачек. Так, ладно, у нас, кстати, уже 5 минут 20 секунд остается. И так, ну-ка, давайте пойдем все же на гольф-поле. Мне кажется, то, что там что-то есть. Ты что, вообще нашел? Я еще ничего не нашел. Еще я ничего не нашел. Я видел, Мерседес проехал тюнингованный мимо меня, но он не остановился. Ничего себе, это... Да, а, кстати, Мерс это круто. Вот Мерс он опять, это круто. Опять, вот он, ко мне подъезжает. Да, ну-ка. Это девка, так, тут какой-то внедорожник, тут ничего нет. Пожалуйста. Я что-то видел. Братан, я нашел самые маленькие тачки в игре. Это у нас... Мини-куперы. Это Easy Classic, братан. Это Easy Classic. И, блин, ребят, ну честно, это такой себе, конечно, ну... Братан, я ее забираю. Ребята, я знаю, почему ее сегодня забираю, потому что она тюнится в Ренвар. Ну, это да, это просто да, изи. Все, я ее забираю, братан. И, блин, это достаточно круто. Это достаточно круто, потому что тачка тюнится в Ренвар. Очень много тюнингованных мерседесов ездит. Да!
Но ничего себе, может один тебе взять? Братан, ну слушай, честно, Мерседес вообще это моя одна из самых любимых марок авто. И вообще, какая твоя любимая марка? Я внедорожник нашел себе. Внедорожник? А что тут внедорожник? Внедорожник? А я не знаю, что это. Чего не знаешь? Пикап, я да. Понял. Но, братан, вообще, какая твоя любимая марка? Марка? Ламборгини. Ламборгини? Ничего себе. Ну, братан, это круто. Ребята, пишите ваши любимые марки в комментариях, потому что моя любимая марка это Tesla и BMW. Потому что это, наверное, самые топовые просто марки авто. Ты же Mercedes сказал. Ну, Mercedes так, частично. Здорово. Ой, не вмещаешься. О, кстати, хороший внедорожник. Он какой-то массивный, такой прикольненький. Ну, да, окей. Такой, ладно, я пойду так. У нас 3 минуты 42 секунды остается. Так, мне бы надо найти, не знаю, тоже какой-нибудь внедорожник. Так, ну-ка, ты может, понимаешь, что по сравнению с Tesla Classic, он в 10 раз больше ее. А, реально, лол, это трэш, это реально трэш. Ребята, вы просто посмотрите. Маленькую тачку нашел. Блин, это жестко. Так, ну ладно, блин, честно, я бы, наверное, не отказался бы от тачки из нового обновления. И, кстати, блин, вообще, братан, тебе понравилось новое обновление? Вау, да, мне понравилось. Очень. Больше мне нравится Ребят, наверное, вот эти формулы. Формулы, ничего себе. Ну, ребят, вообще, пишите ваше предположение на новое, можно сказать, обновление, ваше мнение, да, и вообще пишите ваши любимые тачки из нового обновления. Вот мои любимые тачки, это, наверное, все же Шерп и, скорее всего, Фурия. Это... О, что такое? Братан, знаешь, что я нашел? Ламба дверьми, что нашел? Братан, я что-то нашел немыслимое. Тут просто 3 тачки в одном доме. И тут 2 внедорожника и какая-то фигня. Я беру вот этот вот внедорожник. И это какой-то вездеход, который, мне кажется, будет побольше, чем твой. Ты понял? Побольше. Нет, ну, братан, это, кстати... А, это из нового как раз обновление, братан. Ты понял? У кого удача-то получше? В смысле? Братан, из нового обновления нашел тачку. Шерп нашел, что ли? Нет. А, кстати, он поместился в этот проем, куда ты не поместился, но... А, ладно, он больше, хорошо. Твой больше немножко. Вот, так и надо тебе. Ну, блин, но он наравне достаточно, наравне. Знаешь, вот думать долго не буду, я заберу себе Кадиллак. Кадиллак! Спортивный Кадиллак. Спорткар. А, спорткар, ах ты ж какой. Вот я планировал сегодня суперкар взять, я возьму лучше спорткар, просто Кадиллак. Я понял. Новенький, кстати. Ну ладно, хорошо, у нас, кстати, уже минута 54 остается, так и куда мы бежать, куда бежать, чё? Вот так как ты меня дразнишь, что ты новую тачку нашел, я вот специально не суперкар взял, а вот спорткар тоже новенький. И спорткар? Да пошел, а вот сейчас я, ребята, найду суперкар, и Лёха будет уже плакать просто, плакать от зависти. Так, ну-ка, давайте, блин, куда бы пойти? Ну я, в принципе, наверное, побегу на отель, потому что мне кажется, то, что в отеле хоть что-то там будет, потому что там огромная просто парковочка, на которой много чего сколько есть. Время? У нас минута 23 секунды. Очень мало, братан. Очень-очень мало. Трудно. Это будет реально трудно. Это реально будет трудно. Так, ну-ка, я вот думаю, блин, куда бы побежать? Так, ну-ка, может на... О, тут вообще какой-то человек на балконе там стоит, вообще выглядывает там все с номера. Так, ну-ка, я забегаю на парковку и тут ничего там? Нету. Хотя виднеется так. Тачки, так, какие-то серые тачки, зеленая тачка, а мне тут это нравится. Три хаммера друг за другом едут, это братан, знаешь, я нашел зеленую тачку, очень крутой цвет, кстати, ребят, вообще, напишите в комментариях ваш любимый цвет, потому что мой любимый цвет это синий и зеленый и прикольненький белый. И, ребят, вообще, эта тачка очень крутая, и она сделает сегодня этот Кадиллак, это Бентли, братан. Ни хрена себе! Да, это Бентли. И, ребят, вообще голосуйте в комментариях, кто выиграет, Лёха или же я, Бентли или же Кадиллак. Вот мне кажется, то, что Кадиллак, будет похуже, как бы, а Бентли будет покруче. Слушай, я нашел. Ты нашел, так, Muscle у тебя car. 18 секунд. Muscle car? Чё? Да, беру Muscle car. Братан, у тебя 18 секунд остается. Необычный Muscle car, вот он необычный. Братан, 10 секунд остается, ты успеешь его довести или да, нет? Да, изи, я уже подъезжаю. Ну давай, ты вообще где? Вот, через заборчик я знаю. Через заборчик? Ну-ка, где? Оп, на золотом Muscle car. Все, братан, время вышло и... Чё это здорово. Такое? Чё это такое? Это золотой... Ну это какой-то, ну такой себе. Ай! Muscle car! Да что ты, блин, больно? Так. Я понял, ребят, что это за Muscle car. Это тачка из аренды бар. Он тюнингуется в арене бар, да.
Ну, блин, все же, братан, мне кажется, мой Easy Classic будет покруче. И, ребят, давайте посмотрим, что мы вообще сегодня с вами наворовали. Сегодня мы с Лехой нашли два внедорожника, прикольненьких таких, два спорткара, он Кадиллак, я Бентли, и нашли две тачки из Аренуар, это Easy Classic и Impaler. И, ребят, вообще, голосуйте в комментариях, кто из нас лучший вор, и вообще, у кого тачки сегодня получились круче. Ну, а мы уже с вами переходим к испытаниям. Ну что, ребята, у нас уже первое испытание, это водное само. И, ребята, сейчас мы и устроим испытание на этих крутых тачках из Аренуар и решим, что круче, Easy Classic или же Impaler. Ну, ребята, кто кого скинет, вот тот получает свой первый балл. И, Леха, ты готов? Да. Тогда давай, братан, сейчас мы устроим эту жесткую битву. И, ребята, пишите в комментариях вообще, что круче, Easy Classic или же Impaler. Мне кажется, то, что Easy Classic. Ой, братан, кому-то будет думал, конец, кому-то будет сейчас конец. Маслкар. Маслкар, ну я не знаю, братан, на тебя просто. Надо, ребята, на просто тебе. Посмотрите, какие я сальдухи кручу, за вот это надо знаю. Лайкусик поставить. Так. Да у тебя таран электрический просто. У меня таран офигительный, пошел отсюда просто. Нет. Нафиг. Все, ребята, я получаю свой первый балл, не давая ни единого шанса Лехе хоть что-то сделать. И я получаю уже свой первый балл на счет 1-0. И давайте перейдем уже к нашему второму раунду. Ну что, ребята, у нас уже второй раунд. И, Леха, ты готов? Я готов. Тогда давай, сейчас моя мандаринка тебя просто уделает. Не, ты лимончик понял? Лимончик круче. Лимончик круче, ну не знаю. Ребята, не. Напишите вообще в комментариях, что круче. Лимончик атакует. Или мандаринка. Бананчик. А, бананчик. Ну, бананчик или же мандаринка. Мне кажется, то, что мандаринка покруче, я... Я знаю, что не понял. Я понял то, что я сейчас не ел на Новый год мандарины. Это просто трэш. Вот это реальный трэш. Так, иди сюда. Да не, братан, я не улечу, что это такое? Теперь! Ну, и что это такое? И что это такое? Я не могу тебя выкинуть! Ну это фигня какая-то, это фигня, братан, дай просто... Тебе. Ну, ребята, ну это как-то несерьезно, это как-то несерьезно, а вот... Да, конечно! Братан, давай, а вот серьезно, вот! Ты какой! Вот ах ты ж какой! А, ну все, иди сюда, сейчас я тебе такую серьезность покажу! Иди, иди сюда, так давай, 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 и... Оп! А я так и знал, что попрыгнешь, и все! Сейчас добивающий, решающий... На! Не, пока, не, не, братан. Не, не. Пока. Какой пока? Это все изи. Изи отсюда изи. Выбраться. Ну давай, да. Братан, давай, давай. Отсюда выбраться изи, ты должен посмотреть. Да, 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 да. Раз, ну давай, давай. Смотри, оп. Оп. Какой? Ах ты ж какой. Давай, и обратно в воду. Обратно. Не, в воду смотри. Я не полезу. Пау. Это не так. Это не так. Это не так. Ну, мне кажется, нет. Это так. Это так. Тебе повезло, пока, меня... братан. Тебе повезло, что у меня задний привод. Все, братан. Я получаю свой второй балл на счет 2-0. И давайте же перейдем к нашему завершающему третьему испытанию. Третьему раунду. Ну что, ребята, третий жесткий завершающий раунд. И, Леха, ты готов? Я готов. Тогда давай, братан, ну попробуй же мне отомстить, потому что... Нет! Изи! Чё? Это было очень быстро! Да, ребят, конечно. Ну это капец, это реально капец. Леха получает свой уже, получается, первый балл на счет 2-1. И давайте, ребята, уже перейдем к нашему второму испытанию. Ну что, ребята, второе испытание — это гонка. И, Леха, погнали! Сейчас поехали. Я тебя просто уничтожу на своей крутой Бентли. Ребята, пишите в комментариях, что круче, Бентли или же Кадиллак. Мне кажется, Бентли будет в раз 20 лучше, или может в раз 100. Как ты вообще, братан, думаешь? Ну, не знаю, мне кажется, они немножко наравне. Наравне? Ну, не знаю, окей, посмотрим сейчас это. Но у меня, кстати, я вот заметил, у меня вроде как задний привод, или же полный даже. Мне да кажется, у тебя полный, скорее всего. А, полный? Ну да, а, ну да, ну возможно, возможно, ты честно. Ты просто вороток даже в дрифте не заносишь. А ну, кстати, да. А, да, реально. Ах, кстати, реально, у меня, кажется, полный привод. Это круто. Так, ну, братан, у нас 5 километров 37 метров остается. Вот это у меня, а у тебя как там? У меня 5 километров 50 метров. 50 метров, офигеть, ну это жестко, это жестко. Так, я тут... Ой, спойлер! Ребята, спойлер! Вот просто на будущее никогда не ставьте большие спойлера, потому что это просто трэш. А я не знаю, кто ставит спойлер на Бентли, это... Ну, блин, братан, честно, у меня просто спойлер зацепился за тачку, это просто жесть. Так, ну, у меня, я, в принципе, вырываюсь уже на чистую линию, уже на чистую дорогу, и тут я уже разгоняюсь до максимальной скорости. А, я проехал поворот! Я тоже разгоняюсь. Я проехал поворот, так быстрее разворачивайся, родники. Опа, жопа, так, давай. Нет, я не приеду вторым, я приеду первым и заработаю свой третий балл, потому что у нас счет 2-1 пока что. Ты сократил, то нормально так. В смысле сократил?
Я не понял, в смысле я сократил, братан? А чё, не так, я по маршруту еду. Да конечно. Нет, я по маршруту, я реально по маршруту еду, ты чё? Поворот, а проезжайте, я тоже буду проезжать поворот. Чё, в смысле? Все... Так я развернулся же на этом повороте, ты чё? Так, не-не-не, там другой был, другой был. Какой так? Ты чё? Ну, смотри, сейчас я догоните, а там ещё и потом в кусты запустил. Ага, конечно, конечно, в кусты, мечтай, мечтай. Так, ну... Тачка! И... Тачка, а, тачка! Блин, ты сказал тачку, я врезался в тачку, капец, ты чё? Так, ну у нас, в принципе, 2 километра 70 метров у меня остается, и мне остается совсем чуть-чуть, потому что я уже заезжаю в Лос-Сантос, ты понимаешь? Нифига себе, а я да. Ещё нет, я ещё а нет. А ты ещё нет, ты ещё там 900. Катаешься. А, ну бывает, бывает. Так, ну, я, в принципе, должен взять финиш первым не, и... Не, не должен. Да, должен, должен, потому что, блин, Бентли, все же, ребят, вы посмотрите, она мощная такая... Блин, жесткая, красивая, просто топовая. Так, ну и я пока что тут катаюсь, и нам надо вроде как до казино доехать. Так, вот блин, у меня тачки. Боты бесят, они выезжают меня все время. Тоже сейчас боты бесят, они сейчас просто поворачивают передо мной, и это капец как вымораживает. Так, ну, а в принципе у нас километр 40 у меня остается, я уже еду по обычной дороге, врезался так. Не, тихо. Не, я туда съезжаю вниз. Ты только, ну блин, ребят, ну да, просто... Да, ДТП тут, это ты устроил? Да, конечно, да. Я даже поехать не могу. Ну, братан, бывает. Так, ну у меня, в принципе, финишная прямая уже остается, братан. Я уже чисто пали, славы сейчас разгоняешь до 200 км в час и просто беру этот финиш. Ну, братан, ты как-то вообще на Кадиллаке? Я не знаю, тут это жесть, эта тачка не поворачивает. Братан, самое ты же специально брал этот спорткар, чтобы я мне думал, типа. Она крутая. А, крутая. Ну, бывает, я братан, не бывает. Ни разу. Так, ну, в принципе, ребята, я беру финиш из раз, два и. 3. Все, ребята, я забираю финиш, побеждаю в этом испытании, получаю уже свой 3-й балл на счет 3-1. И давайте, ребята, уже перейдем к нашему последнему испытанию. Ну что, ребята, у нас уже последнее испытание. Это из-за павни дороги. И, Леха, ты готов? Я готов. Тогда давай, раз, два, три, гоу! Все, погнали. Ну, слушай, мой внедорожник будет покруче, чем твой, потому что ну, все же мой из нового обновления. И твой пока что... Ты чё толкаешься? Ай! Да там мой маленький, такой уютненький, который проедет взял, везде. Просто толкнул меня, капец. Ой! Вообще беспредельщик. Так, я ну, на братан, трамплин даже не попал. На трамплин не попал, но бывает, бывает. Так, ну, ай, тихо, я лечу прям в трубы. Нифига, так, тихо, там нормально. Так, ща я тебя догоню, ща я тебя догоню, потому что мой внедорожник 3000, сейчас я тебя догоню. Ты понял? В смысле 3000? Ну, прямого я его так назвал. Он очень крутой. Внедорожник 3000, да. У меня это внедорожник очень... 3001, у меня круче. 3001, ничего себе, ну, о, ну такой себе, такой себе. На тебе. Дай проехать, Вася. Не дам проехать тебе. Так, ну-ка, давай, 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 родненький, давай, давай, ты давай. Ты меня не догонишь, Паша. Догоню еще как, догоню еще как, братан. Потому что мой внедорожник из нового обновления, он должен быть крутым. Не, ты понял? Так, давай, давай. Нет, не отстойным. Да ладно, чё, так чё вот такой я быстрый? Займу первое место. Нет, хотя сейчас ты задрифтишься. Так, давай, давай, давай. Да блин, да чё с тачкой, чё её так пихают-то в разные Бумчики стороны, капец. Буки. И, блин, ребята, ладно, Лёха получает свой 2-й балл, но это ничего ему не дает, потому что сегодня в серии побеждаю я со счетом 3-2. Ребята, если вам данная серия понравилась, то... Подпишитесь на мой канал, естественно, не забудьте поставить данному видосику лайкосик, подписаться на мой канал, на канал Лёхи Чуши. Ссылка будет на него в описании. Также, ребята, не забывайте писать абсолютно любые... Также, ребята, не забывайте писать комментарии и, естественно, подписываться на мой канал с колокольчиком. И не забывайте про мой инстаграм по ссылочке в описании и в комментариях. Ну, а с вами был Флейзинжел, всем пока, народ! Всем пока, чуваки!